Установили связь с Большой Землей. В Кандинском районе началась пассажирская навигация. Водный транспорт здесь будет доступен до начала ноября. В прошлом году по водным артериям Канды было перевезено более 30 тысяч пассажиров. Первых пассажиров этого сезона доставил теплоход «Заря». Он начал курсировать по маршруту Междуреченский, Луговой, Междуреченский. Ежедневно по два рейса в день. Отмечу, что с 5 мая выездными станут и жители Ханты-Мансийского района. Рейсы запустят до Выкатного, Кандинского и поселка Цинь. Мы рады, что пошла «Заря», наконец-то у нас появилась связь с Большой Землей. Теперь можно и в больницу, теперь можно и на конференцию.